Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас стало известно, что Ули фон Тайгер впервые показали на живых снимках. Производитель снял для нас специальное видео. Ссылочку, кстати, на этот товар вы сможете найти в описании к видео и на ссылочке на многие другие товары. Так что переходите, смотрите, покупайте. Поехали! Недавно Ули фон Тайгер представила доступный смартфон Тайгер. До этого мы видели его лишь на рендерах, но теперь производитель опубликовал видео, в котором собрано множество реальных фотографий этого аппарата, позволяющих рассмотреть со всех сторон этот телефон. Напомним, что Ули фон Тайгер отличается металлическим корпусом со съемной задней крышкой, под которой скрывается два отдельных слота для сим-карт и слот под карту памяти, что, кстати, очень удобно, не нужно всяких гибридных слотов. Нам лучше, когда два слота под сим-карты и один отдельный слот под microSD, это очень хорошо. Смартфон также получил 64-разрядный процессор MediaTek и 2 гигабайта оперативной памяти. Одной из особенностей Ули фон Тайгера является литий-полимерный аккумулятор от Sony емкостью на 4200 мАч. Производитель заявляет, что смартфон может проработать на одном заряде до 2 дней в режиме смешанного использования. За 1.5 часа интенсивной нагрузки Ули фон Тайгер разряжается только на 20%. В Ули фон Тайгер установлен 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей, 64-разрядный процессор MT6737W с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти типа LPDDR3, встроенный накопитель объемом 16 ГБ с возможностью расширения, 8-мегапиксельная камера с сенсором Sony EMX219 и интерполяцией до 13 мегапикселей, а также 5-мегапиксельная фронтальная камера от Samsung. Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки.